Умение, да, сгруппироваться, это, конечно, ну, во много хорошо. Хорошее. Думай, Серега, думай. Вот сейчас вышел, блядь, 183 сантиметра. 2 метра, Здоровый, 20, блядь. 2,20 вышел. Да. 2,20, гаджи, пулеметчик, автоматчик, Наврузов какой-нибудь. 2,20. Мохаммед Али. Аль-Сабатум Али. Да. Майкл Джордан, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов его, в одном лице. Вот и делают то 6. А мне бы хотелось лучше. Ага. Просто Артем еще габаритом таком, да? Говорю, надо подлезть. Вообще неудобно. Крепкий, сильный, молодой, неудобный. Здесь не надо серый накатиком на себя. Да, да, да. Но видишь, что он творит? Пройди за его сторону, за его бок зайди, за одну ногу зайди серый за него. За одну ногу зайди. За одну ногу зайди за него, за любую. Под бок его хватай. Только штанцы не снимай, да. Штанцы не снимай. Штанцы не скидывать, рано еще бани не наступило. Хотя жарище уже жаркое. Сейчас одну руку держу. Давай, давай, давай. Ага. Так, давай. Ты ему подсказывай, что надо делать. Воздушающий дрейф. Зацепил? Замочек там закрыл руками. Только серый аккурат, душею. Серый аккуратно, серый аккуратно. Давай, давай, души, души, души. А теперь ножками закрой замок на него, серый. Ногами ты должен его две ноги зацепить. Душающий дрейф. Знаю, он эту уже захватил. Высовывай. Высовывай, он тебе не зовет, да? Молодец. Аккуратно. Серый, аккуратно. Да, ты нормально, нормально, нормально. Ты скажи Артему, я закрываю замок и затягиваю. Ты Артему скажи и затягивай. Делай, делай, делай. Тяни прям, тогда, да, давай, сильно делай. Тяни, тяни, закрывай. Тяни, там. Серега, блядь, тяни. Он должен перейти этот уровень, он должен пережить это. Тяни, закрывай. Сержон, кисти тяни к своему подмышке. Две свои кисти тяни к подмышке. Две кисти тяни к подмышке к своей. Артем, нормально? Да. Палец покажи мне, чтобы вот молодец. Ну, привычка, да, чтобы была. Палец показывай, все, он молодец. Сейчас он отнимется. А вот в первых ММА. Ну, если Артем сейчас, да, вот это, да, это все. Сорчулись. В первом ММА, так прикол, это не самое страшное, вот когда в таком положении есть вариант, но когда закрыл замок ноги, если бы ты его открыл, вот уже был, нет, да. Просто ногами оно под твое тело, а руками здесь на воротнике. Да. Это уже тяжело было бы ему. А вот говорить. Первые ММА, которые в 90-х годов там эти пошли смешанные, они могли так полчаса валяться. Без фейса. Пальцами глазами тыкать, да. Артем, помнишь, да, пожалуйста, Серега, аккуратнее. Ему еще с тобой на машине. Ты мог бы, Артем, больше в защиту перейти? Ну, я и так постоянно. Да, 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 да. Сержон, твоя задача технически загрузить Артема, чтобы ему понравилось. Технические действия. Он делает сбивки, ты также делаешь сбивочки. Руки серые сразу, ладошки как копья, либо как мечи, кулаки, как колотухи. Да. Здесь не прокатит стасяновская тема серая. Нет, здесь надо двигаться, здесь надо пластун подключать. Стасяновское плечо здесь не выйдет. Тебе надо, Серега, уходи глубже. В ногах стойка глубже уходи. Руки ставь возле лица. Серый, прям глубже. Зубы закрой, зубы закрой. Да-да-да-да-да-да-да. Не торопись, дай Артему покрутиться. Сержон, брось на меня взгляд. Вот в такую стойку переходи. Ниже, ниже переходи. Да, да. Тебя в нижнюю стойку. Руки выше подними. Конечно, иначе сейчас у тебя забьют. Мы же про что сегодня говорили? Что ты можешь действовать из низкой стойки. Пониже, когда опускаешься. Ручки подними. По-другому, да, Серега, Артемий? Он такой мягкий, как плюшевый мишка. С ним интереснее. Кайф, кайф. Давай, ладно, все, Сержон, молодец. Ты меня сменил, я кофе попил, стаканчик был, наверное, поехали, Артемий. Уходи. Выдерживаешь? Сейчас, я. Чуть-чуть. А я уже, мы сегодня все специально для тебя, все тренировки для тебя. Че, Сера, пока он успел, пойдет со мной. Поехали. Ну,
Ну, Ильин, ты не стал? Ты, братишка, ты не стал? Я не знаю, что ты сейчас, Серега, это... Звонок уже едем. Спокойно, дыши спокойно, иди, давай, не переживай, я тебе отвечаю. Пум-пум-пум, зубы закрой. Давай, спокойно, Артем посмотрит, спокойненько подвигайся, конечно, как технически попробуй, да. Да, я тебя просто вот так вот погружу, да. Пальцы не растопырю, как копье, да. Ну, Серега, согласись, Сережа, я пипец не удобно. Оп, да совсем, а с тобой что, удобно, а с ним что, удобно, что ли? Представляешь? Нет, с ним не удобнее, чем с тобой. Ты более в смысле непредсказуем в действии. Все, Серега, как я, он немножко это, скован. Как будто вы... Я тебе объясню, почему мы скованы. Мы, знаешь почему? Пытаемся сконцентрировать действия. Вы хотите ударить. Да. Мы концентрируем твои действия, пытаемся аналитически промыслить, какой ход действий сделать, из-за этого вот эта скованность. И ты вроде как защищаешься, но в то же время ты не можешь придумать, как быстро нанести какой-то точный удар. Она и защита, и атака. Ну, у тебя механика уже быстрая. Артем, с детства. Ну, видишь, я тебе. Так, а что вам мешает так же? Ну, у меня раз в пятилетку такая практика. Крути руками, иди. Вот так. А, это? А что, глаза можно вот так, а можно вот так. Ну, да. Как кашаны. Скорее так, там свистит. Но нет, все, кашаны, басы. А они что, не когтистые, что ли? Да, это развестит, это шляпа все полная. Ты брат, несколько стоп, знаешь, что бы ты сказал? Что вот, пам, нога или ноги подваливают после прошлых занятий? Я бы всю пам. Подваливают, да? Пам, да. Ты прям вот, ты со своего положения смотри, вот мы сегодня это рассматривали, тоже Артем говорит, ой, про радиодактик. Вот смотри, вот ты стоечку закрыл, вот ты руки поднял. Раз, только я ориентируюсь на твои ноги. Смотри, пам, я просто смотрю на твои ноги, так и ты. Все, взгляд есть, видь мои ноги, плечи подними, руки выставь. И вот этот оверхенд через руку, смотри, я тебе поставлю две цели. Смотри только на ноги, взгляд верхний поднимай. Плечи прижми к пада. Только на ноги на мои смотри, пошел. Давай, еще, и ходи, конечно, все, туда попадаешь, куда надо. Нет, на руки не смотри, не обманывай, вперед руки выкидывай. Так, попадаешь, смотри, попадаешь, Артем, попадает? Смотри, бам, он даже, смотри, просто ты видишь мои ноги? Ты на них смотри, на ноги. Вижу. Вот, руки подними, плечи подними. Да. Нет, я... там в любом случае ты попадешь либо предплечьем, либо непосредственно кулаком. Поэтому как бы я ни бегал, ты спокойненько выдерживаешь. А можно не закидухи делать, а прямые, как укол ножом. Ну, да. Как укол ножом. Ой. Прости, ладно, Сережа, у него же там это. У него уже это бронь, блядь, выросла. Чик-чик-чик-чик. Да, чик. Бам! Давай. И понакидывай, да. Вот. Вот почему я говорю, что он бы мог бы тоже биться. И ты, и я, и Денис, и все. И Стасян. Если показать вот эту русскую, да? Да. Ручки от себя, плечами закрываешь, ручки вот здесь. Да, давай, ладно, Серега, смею тебя, прям быстренько. И все. А сколько времени у нас? Что у нас по времени? Готово? Время 9. Прям 5 минут сейчас где-то махнул. А что, кажется, надо себя нужно? Не, я уже не... Я точно пас. Не, можем свой, можем каждый сам себя. Ну, в таком режиме. Грэплинг и... Нет, без борьбы, без захвата. Нет, ну типа оттолкнуть. Оттолкнуть, да. Оттолкнуть, да. Просто уже на последний, чтобы никому не было обидно. Да, получше. Чё, братва, готовы? Понеслась. А чё, камера включился? Да. Да, пойдёмте. Смотрите, ну как видно. Я заимродил пяточку, а там появились. Смотри. Ладно, видишь? А сколько съёмку много? Плёш, ногами что сложно? Какой хитрец, знаете, он прыгает так же, знаешь, как прыгает? С ногами можно. Сейчас, смотри, что он совершит. Ну-ка, давай. Нет, я так легонечко. Смотри, торнадо, давай. К нам, когда ты разбежишь ногами. Хам! Представляешь, ты просто, что бы он творил бы с Корнеем этим бы? Тарасовым, если бы били, скорее бы там застругал бы всех, да? Если сейчас тебе его красиво этот преподнести, если красиво... Подожди, это. Рассказывай. Бля, как-то вот так. Рассказывай, смотри. Ну, я лишаю на ногу. То есть вот так вот. Привычка. Хорошая, но мой налет левша. Вот смотри, вот объясняю. Вот смотри, ты отталкиваешься бьющей ногой. Делаешь шаг вперед. Ага. Вторую ногу ты просто ее подкидываешь. Замах подкручиваешь. Замах. По сути, надо сделать вот такой вот прыжок. Да. То есть только, ты делаешь вот такой только. Вот прыжок.
Бам, да, 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 плясовая, да. Ну, в конце... Ну, что-то, трикинг, трикинг. Но в конце... Ты бьешь. Коленочка за коленочкой. Да, ну, да, коленкой, да, коленкой поделай. Только вверх. Коленкой поделай. Раз, два. Не, я только, знаешь, что пробовал? Это, типа... Стена, аккуратно. Молодец. Типа, ну, а вот это... Ну, это тоже. Прослой. Вот из него она, вот из него она и подходит. Ты такой же делаешь, только подъем ноги. Растяжку нельзя. Мне не хватает. А что ты можешь сделать? Ты можешь, например, просто с места. Ну, давай, ладно, попробуем. Сейчас, поехали, сейчас, секунду. Ну, колючий какой-то. А, это гвоздик Дениса, наверное, определился с залом. Все, понеслась. Кажется, она на себя пятиминуточка такая успокоительная. Ой, простите. Ну, подумай. Все, что у меня сестренка подумал, я все его сестренке предлагаю в зал приходить позаниматься перед осенью такой. Или его сестре. Родной. Он стесняется ей предложить, потому что... Поэтому она еще не успела подумать. Поэтому, прикинь, скажет, а что ты предлагаешь, за мою фигуру что переживаешь? Ну, девушка, так можно сказать. Если мне просто скажи. Была бы здесь девушка бы еще, твоя подруга, например, приходила бы заниматься. Она говорит уже. Ну. Ладно, давай. А ему одному просто автоматом. А получил? Слышно. Аптечку объезд же автоматы. Да там вообще там. Мне кажется, будет это последнее, что в этот вечер можно будет уловить. Вдвоем на меня, короче. Можно вдвоем на него. Что мешает? Это будет еще лучше. Что мешает? В чем проблема? Можно. Оп-оп! Ручки поднимай себе сразу. Хорошо заходишь, ты сразу ручки поднимай. Боковые двери. Ну кто знает, зашел в бар. Да. В ковбой. Пока уже драка идет. И пока к бармену пройти за молоком. Там уже все началось. Вот, давай, давай, давай. Мощь. Давай, давай, давай. Моща. Скрутил такой, да? О, тихо, тихо, тихо. Вот Артему и Серегин, и Артему Штукинцев. Ноги вот так, перекрёсток. Я лишний раз руку остановлю, парни. Но вам задача подприсесть. Лишний раз я остановлю. О, Хендрик такой. Как проекта смотрели? Проекта смотрели, где там они вроде бы три, ну, сами за себя, но в то же время еще против всех. Такой кинжалет. Поэтому что говорят, а что ваша пляска? Что она может? А ножки вот так вот, да. Голове не пах. Оп, прости, еще раз. Глаза дурно пах. Пум, 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 пум. Пусть ты живой, живой, живой. Подожди, живой, подожди. Хорошо. Ты ничем не спасешь, ты ничем не спасешь. Я туда попал, Серега? Нет. Просто сбили его. Куда надо. Да? Бля, спасибо. Прям еще и спать не забывает. Глаза горло пах. Останавливают удары. Это нам понимание. Из-под низ еще как насадочку. Ладно, давайте сюда ногами потише. Насадочку. Что, разошелся Артем Станиславович? А как было бы хорошо, если бы ты раньше бы начал, да, это все делать? Месяц назад, или что ты сдерживаешь себя, Артем? Ну, как рабочие будни. А чем сейчас тоже трудовые рабочие будни? Ну, как свободничество. Парень, останавливаю специально, чтобы вы уходили. Я понял. Почему не уходите? Да, уход. Уход, уход, уход. Прыгнул под руку, подрыгнул. С ногами, говорит, аккуратнее. Нет, папа, пендали отвешивай. Все, я пендали, но... Пендали отвешивай. Старай, ноги об этом. Да, добротно. Серёг прям на хендере, ну, давай. Он сам просто страх подставляет под хендалёк.
чтобы ни этого не было. Серёг, не туда попал? Нормально, ты вот в мочевой пузырёк попадаешь. Мочевой пузырёк, а ты всё, понял принцип пластунки ещё с детства. Я осталось сделать только его подключить на полную, чтобы как бы выключать. Нормально, нормально, бы если свиную ножку бы еще если бы раскрыл. Ух ты, блядь! Куда, куда, птица, куда, блин? Ага. Да-да-да. Ручки, только ручки, группировка руками. Последние, да, секунды, минуты, сам скажешь, когда хватит. Да он сейчас, я скажу. Я думаю, уже... Все? Кайф. Молодцы, красавцы. Благодарю. Благодарю, Серега, только со службы сразу прилетел. Все, да, все, остываем и одеваемся. Блин, ага. Гимнастика, трикинг, трюкачество. Вот, все, ничего нету в этом страшного или запретного. Я теперь понимаю, как это, как Конор мог сломать, блядь, ногу. Как, жестко сломал? Ну, я в плане того, что вот я по сути, да, я по сути не делал каких-то... лишних движений резких? Да, которые могли бы на это повлиять, я просто, видать, шагнул. Импровизированный канвас, так сказать. Шагнул. Зашагнул, да. И у меня нога, она сильно прилипла к ковру и, соответственно, вот подвернулась. Я же наблюдаю, вы если обратили внимание, у меня взгляд всегда вот так. Ну все, смысл мне ловить, я не вижу голову, в чем мне смысл там ловить. Вот смотрите, какой прикол со скрутами. Вот эти вот движения, смотри, вот все, да. Все. А у него там вообще... Все. Да. А он еще стукнул. Ага. Мне кажется, у него как раз нога вот так. Нет. Да? Наоборот. Или вот так. Левая, вот так, вовнутрь. Вовнутрь, вот так. Все. Вот все. Водой сейчас, бля. Вот сначала надо умыться, пойти. Сейчас умываться, да. Все, одеваемся. Ничего, что если не, пожалуйста, мусор. Если стол. А зачем? Давай бутылку поставим, зачем мы в нее наберем воды? Не-не, я это куплю сейчас питьевую. Я просто нравится. Я что бутылку, блин, хотел взять сюда тихо. У кого хорошее поведение. Очень хорошее поведение, чтобы постоянно не осекать, надо принести две бутылки 5 или 2,5 литровой воды, набрать воды. И просто, кто себя ведет, чтобы постоянно не отжиматься, взял и молча пусть минуту держит. Ну а что, они бывают иногда так начинают. Так, вам пошли. Все, идите, убывайте. Голову буду, ничего страшного? Я что. Все живые? Да, ну только на, блядь, стопа. Йод, Артем, придешь, я думаю, сетка дома. Главное, чтобы сейчас оно на педали газа не сказал. Тихо, 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 кстати, да, парни, этот. Мы все рядом с тобой, у него там, у тебя вторые, видишь, ну, да, педали для учеников? Конечно, это специально. Это не сцепление. Специально там монтировал. Специально собрал, блин. Так, пока ехал со службы. Блин, собрал как в баню сходил. Ну вот с Артемом проговорили, вот, видишь, как только недавно но проговорили. Ты знаешь? Ты знал? Нет. Но, ты знаешь, я пришел к такой мысли, что тяжело к этому подойти, но хорошо после этого. Конечно. Вот. Ум не дает начать. Да. Ты завтра ночь, да? Завтра, да. Все, ладно. И завтра у меня, скорее всего, будет, наверное, подъем часов в 10 утра. А-а-а. Завтра штурмбаза.
А, вы, погоди, так вы на день на ту базу, а потом ты на службу едешь? Иди умывайся, расскажешь. Да, да, скорее, да, скорее всего так. Либо я приеду после того базу, ненадолго съездю и домой. Ну, посмотрим. Все, давай, давай, умывайся, чтобы чистенько. Такие вот пироги гимнастические с капустой. Второй месяц лета. Всем до свидания.